не удалось обновить Каспирского. Исправляем это быстро. Заходим в часы. Изменить настройки часов. Выставляем дату. Жмем ОК. Жмем ОК. И пробуем обновиться. И все, ваша проблема решена. Самое большое спасибо, если подпишетесь на мой канал. Будет всего много интересного, всегда интересного. Это самое большое спасибо. До следующих видео. С вами был Ответ Васи.